Почему-то, когда я вспоминаю, как я чуть сознание не потерял, почему-то мне нравится. Я, наверное, завтра психологу это расскажу, кстати. Это были страшные ощущения, да, но я их особо не боялся, потому что я понимал, что со мной все будет нормально, меня либо Соня спасет, либо скорая приедет и все такое. Ну, я не артерию себе порезал. Я просто начал, ну, психологический какой-то оргазм, психологическое сознание терять именно. Хочется повторить.